Итак, привет всем. С вами Дизель Дэн. Мы находимся в городе Елец. Ну тут целая куча магазинчиков. Сейчас поедем домой. Блин, пиздец, чуть из лужи не облин. Машина немного грязная, так что это из-за того, что я ехал домой. Точнее, из дома сюда. Теперь едем обратно домой. Сделаю вам вид от первого лица. Итак, ключ на старт. Не знаю, как там меня видно, хорошо, плохо ли. Заехать на заправку, лампочка светится. Но тут уже после дождя все подсохло. О, цирк. Ребята, цирк. Уже жара. Вот это вот здание, я еще даже когда учился лет 10 назад, было в таком же виде, недостроено. Не знаю, видите вы его или нет. Но уже поздно. Таксисты летают как угорелые. Офигеть, остановился посреди дороги автобус.
здесь не вырвали. Блин, надо переходить, собирается. Не, или просто так стоит. К сожалению, наш корпус, где я учился, сгорел. Сейчас я его покажу. Я вот зимой проезжал, он был сгоревший. Не знаю, чинили его, нет. Сейчас глянем. Нет, до сих пор сгоревший стоит. Вон он, впереди. Под ЖД путями проезжаем.
когда я учился, автостанция еще не была вот так огорожена. К ней можно было с любой стороны подъехать. А сейчас вот огородили все. Давай, шевелись, шевелись. Ветер такой теплый. Сколько там? 25 показывает. Ни хрена себе. Сейчас заедем на заправку, ребят. В Елец я ездил за некоторыми обновками для нового железа, нового компа. Взял память DDR4 и жесткий диск, потому что мой уже подходит к концу, а этот чуть-чуть побольше. Ладно, ребят, едем. Где тут ремень мой? Блин, гляньте, дождик прошел и жара начинается снова.
иди ты, ё-моё, блин. Уже пошла, а потом опять назад. Вот она так будет, наверное, целый год переходить, если тут движуха будет нормальная. Вот здесь вот елец начинается. Стекла грязные, потому что из-за дождя, блин. Я сюда ехал, дождик шел. И вот он кончился, нет дождя. Вот и мотоциклисты поехали. Раньше вот дорога была по прямой старая. Это до того, как вот этот объезд придумали, всякую фигню. Блин, ребят, успеем, не успеем. Зеленый, зеленый моргающий. Успели. Так. Погнали, а то там Volvo стоит. Она хоть и мощная, но она будет очень долго разгоняться. Задонска 33 километра указано. Вот этот, видели знак 393? Это километраж от Москвы. Это 393 километр от Москвы, тот самый. В сторону юга. Мерсик стоит. Вот этот вот памятник, сейчас вам покажу, поставили ровно на месте, где у нас место, немцы дошли. Короче, вот сейчас он на следующем холме будет памятник. Говорят, что до туда немцы дошли, а потом уже им отпор дали. КамАЗ, Нео.
Сейчас не удивлюсь, если попрет через сплошную обгонять. Он там джип сзади едет. Как-то он лезет прям хорошенько. Привычка ехать вот так расслабленным и руль одной рукой держать. Так на коленку положил руку и придерживаешь руль. Вот он, этот памятник. Ух, ё-моё, вот это ветряка. Не, лучше с закрытыми окнами посидеть. Ветер хоть и теплый, но он аж сдувает. А вот и тучка. Смотрите, там сколько песка, охренеть. Сейчас много камер стояло. Я лучше вон за машиной пристроюсь и буду потихонечку ехать. Неохота нарушать. Да вообще, ребят, не нарушайте никогда. Сколько там? 60? 60. О, сейчас снижать будет. Вот здесь вот шашлычок, машлычок. Вот две Вольвы стоят. Четыре градуса на улице сейчас. Пасмурно. Обгонять нет смысла, потому что сейчас опять сплошная начинает. Камикадзе, вот тут иногда полиция стоит. Кольцо просто огромнейшее.
вон туда же. Вот платка на М4. 401 километр. Но мы поехали по бесплатке. Раньше вот так по прямой на платку выезжали. Точнее, когда она еще была бесплатной. А вот как сделали платку, все, загородили выезды все. И въезды, и съезды. Москва, 400 километров. Ну, ё-моё, чё ж сплошную-то нарисовали? О, спасибо, чувак, на КамАЗе. Поблагодарим. Здесь у нас что? Зеленый, хорошо. Тут асфальт кладут. Зеленый свет горит, значит, ехать можно. Но смысла ехать туда нет. Быстро, потому что тут КамАЗ что-то едет еле-еле. Ремонт дороги, блин. Ё-моё, напылил. О, техника всякая разная. А вот асфальтоукладчик.
погнал через сплошную на. Вообще злостные нарушители. Вот опять солнце вышло. О, гонщик, видели? По встречке, похер вообще. Блин, была бы возможность, я бы его забанил нахрен. Кстати, вон там, видите, наверху платка, где фуры едут. Давай, лети, там камера стоит, я сегодня тут ехал уже.
Вот он стоит, смотрите. Ах, гад. Ножка поехала. Если кто знает, вот тут вот стоянка отеля 416 километр. Заправка без названия. Когда-нибудь видели такое? И очень оригинальный стенд. Сейчас покажу. Вон он. Не знаю, видели вы, успели, нет. На суку висит. Цены за топливо. Оригинально. Дом почти развалился, а на нем пластиковые окна стоят. Ниссанчик.
все, мы уже почти приехали. Ребята, огромное спасибо тем, кто досмотрел до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно отвечу. Заходите ко мне на стримы. И всех с праздником. Сегодня 9 мая. С Днем Победы. Задонск на холму.